Седьмой год подряд. Именно седьмой год подряд общественность проводит, инициирует пресс-конференцию по колено в воде. То, что сейчас пытаются нам представить как программу по оздоровлению реки, по прочистке водного пути, то есть судоходного канала, это не является оздоровлением Днепра, потому что вы сами прекрасно понимаете, если в таком состоянии Днепр, через полчаса эта канава, которую выруют судоходную, ее просто затянет песком. Днепр действительно в катастрофическом положении. И этому есть ряд причин. В первую очередь это фосфаты. Фосфаты, которые попадают к нам в Днепр с моющими средствами. Они являются удобрением для водных растений. Днепр серьезнейше зарастает. Из-за того, что он зарастает, растения тормозят твердые стоки, то есть проходящий песок. И что Днепр? Днепр мелеет. Сейчас в столичной акватории более 57 мелей, на которых можно стоять, вот так, как мы сегодня с вами стоим по колено в воде. 15% мелей. Сейчас их 30, то есть в 2 раза больше. Почему это происходит? Да потому что земснаряды, которые должны расчищать эти мели, к сожалению, работают только в угоду бизнесу по добыче песка. Они работают в угоду себе, а не там, где нужно нашей великой реке. Из Днепра бьет 2/3 населения нашей страны. Чем меньше уровень Днепра, тем больше он загрязняется. Потому что разрешенные стоки рассчитываются на наполнение реки 100%. И ясное дело, вы сами понимаете, если река будет неполная, это получается уже смертельный коктейль. Где мы стоим, это через, если ничего не делать, через 3-5 лет это будет островом. Три основні такі великі причини, які можна розбити такі на три комплекси. Це перше – незаконне видобування надр, піску саме. Друге – це хімічні забруднювачі, і в тому числі і фосфати, і нітрати. Кількість фосфатів, що поступає до Бортницької станції аерації, тобто на ілові поля, в 5 разів збільшилась кількість фосфатів. Ми наочно зараз можемо бачити ще навесні вже цвітіння в більшості рік і озер, і утворення великої кількості сінно-зелених водоростей, які в свою чергу зменшують рівень кисню у воді і вмирає флора і фауна.